Доброе утро, коллеги. Меня зовут Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор. Трендовая торговля, взгляд в будущее. Как всегда, давайте проверим свет, звук, видео, если меня видно, слышно, все работает, то, пожалуйста, поставьте плюсы в чат. Мы с вами начинаем. Так, как всегда, мы рассмотрим движение валютных пар, исходя из наших трендовых моделей. На этой неделе у нас, в общем-то, достаточно много выступлений глав центральных банков. И Джанет Йеллен выступает, и Драги. Поэтому уже по итогу недели мы сможем посмотреть, что, в общем-то, они скажут, понять фундаментально некую политику. Ну а дальше уже, конечно, мы, как всегда, вписываем это в наш технический анализ, ну то есть стараемся согласовывать фундаменты теханализ, ну и соответственно, когда вот присутствуют какие-то вероятности резких сильных движений, мы не заходим в рынок, мы фильтруем эти события путем остановки торговли по стратегии. Далее мы рассмотрим движение валютных пар, исходя из наших трендовых моделей. Если говорить о первой модели, это наша консервативная ленивая торговая модель, которую мы называем ленивец, по евро-доллару показывает сейчас в моменте боковой тренд, то есть евро-доллар по-прежнему продолжает пока идти, ну, глобально в неком большом боковом диапазоне, и конкретного тренда не показывает. Вот как цена блуждала вокруг нашей средней, так и продолжает это делать, причем в какой-то момент даже повышала максимум и понижала минимум, то есть, в общем-то, такая своеобразная расширяющаяся формация была, потом вроде выровнялись, начали и минимумы повышать, но, тем не менее, пока конкретного тренда, в общем-то, не формируется. Если конкретного тренда нет, то нам приходится выжидать, мы не можем заходить, это у нас часовой график, конечно, мы рассматриваем торговую модель в рамках, ну, так скажем, среднесрочных и краткосрочных движений. Те трейдеры или вы, если рассматриваете движение, исходя из большего масштаба, то, конечно, нужно адаптировать под себя там и средние, соответственно, и те тренды, которые мы отслеживаем. В нашем же концепте получается, что тренда нету. Вот обратите внимание, что продолжается движение вокруг средней. Снова пошли выше, пошли ниже. Индикатор MACD отображает нам динамику минимумов, максимумов. Ну, в общем-то, по сути, нету коррекционного движения, которое нам нужно в случае тренда, просто потому что нет трендового движения. Далее наша вторая торговая модель. Кстати, сегодня, ну, попробуем набросать некий такой образ нашей третьей торговой стратегии, ну или, по крайней мере, посмотрим, сможет ли это стать нашей третьей торговой стратегией. Хочется добавить что-то принципиально иное. Мы сейчас с вами в основном работаем в рамках трендовых стратегий. И вот сейчас хочется попробовать точки разворота. То есть будем активно отслеживать дивергенции. Сейчас это будет скорее пока носить такой, я думаю, исследовательский характер. То есть я буду вам показывать то, что формирует рынок с точки зрения дивергенций, расхождение вот этих и возможных точек разворота. Если из этого мы сделаем какую-нибудь стратегию такую, которая, ну, будет, так скажем, всем понятна и интересна, то мы тоже ее в обзор добавим. Как вы помните, мы, так сказать, действуем не таким методом, что взяли нечто, что там всем, в общем-то, уже давно известно, там пересечение средних, и по нему торгуем, да, а все-таки стараемся как-то исследовать, смотреть, что-то подстраивать под свою психологию. Ну вот попробуем дивергенции подстроить под, ну, соответственно, вот психологию нашу, исходя из все-таки трендовых моделей. То есть будем стараться искать диверы, там, направление тренда и так далее, и так далее. Ну, в общем, это будет тоже некая такая, некий новый пласт работы, посмотрим, каким образом это вообще пойдет. У нас уже был момент, когда мы тоже, помните, вот, ну, давно, правда, уже относительно, если сейчас, не знаю, есть ли участники в чате, которые помнят это, мы, помните, вводили стратегию на основе стохастика, тоже с фильтром трендом, но там
получилось у нас слишком много сигналов, и получилось, что трейдер должен достаточно, то есть либо иметь робота, либо достаточно долго сидеть у монитора. То есть мы потом от этой идеи отказались. Ну, то есть здесь точно так же попробуем, поисследуем, посмотрим, какие найдем интересные закономерности. Так, далее. Это было небольшое юридическое отступление. Теперь в рамках уже тех стратегий, которые мы давно проверили и которые знаем, и которые являются основой, значит, торговой стратегии «Черепаха» на основе канала Дэнчана, который Ричард Деннис использовал в эксперименте с черепахами-трейдерами. Ну и, соответственно, что мы видим? У нас был тренд по евро-доллару, мы его уже вчера обсудили, после дивергенции как раз он развернулся, и дальше вот здесь начался нисходящий тренд. Вот у нас обзор, кстати, был в 10, вот здесь мы находились, вспомните. А вот тут начался нисходящий тренд, очень цена хорошо пошла в нашу сторону, это было движение на 442 пипса. Потом откатила обратно, но не пошла в отрицательную область. То есть мы не видели убыток по этой сделке. А далее после этого снова цена пошла в нашу сторону и вот здесь обновила минимум, показав 533 пипса потенциальную прибыль. Ну, то есть движение в нашу сторону. Мы называем это MFE. Maximum Favorable Execution, такой термин есть. Это то, насколько цена ходила в нашу сторону после того, как мы осуществляем вход в рынок. И после того, как мы вот увидели эту прибыль, цена резко развернулась. Здесь, ну, к сожалению, был такой сильный разворот, что на дивере, в общем-то, мы выходим. Сейчас я покажу 15-минутный дивер, который у нас используется для определения точки выхода. На дивере мы, в общем-то, выходим уже непосредственно, когда цена отрастает. То есть получается так, что мы вот здесь вот двигались вниз, обновляли минимум. Вполне все вписывается, в общем-то, в концепт. Вот здесь появляется дивергенция, тоже достаточно четкая. Это как раз то, что мы попробуем поисследовать с точки зрения именно нашего нового подхода. И вот здесь мы видим, что когда появляется пересечение, мы, в общем-то, уже достаточно серьезно отскочили. То есть тут, если уж до конца точными быть, то вот реально мы увидим только вот здесь этот дивер. То есть не нужно думать, что как-то раньше мы его определим. Ну, кто-то, может быть, конечно, вот как-то это смотрит по повышающимся вот этим линиям гистограммы, но в реальности вот сигнал такой самый уже надежный, ну, по крайней мере, который теоретически надежный, это когда вот мы пересекли сигнальную линию. Получается, что вот мы эту дивергенцию видим все-таки, когда цены уже вот здесь. То есть хочешь не хочешь, так резко рынок пошел, и выход осуществляется на достаточно высоких уровнях по сравнению с тем, где был минимум. То есть мы вот, если здесь фиксируемся, то мы вот, видите, фиксируем всего лишь 200 пипсов. Но, как говорится, потерял, если то плохо, если заработал, то хорошо. То есть да, пусть не всю прибыль взяли, но тем не менее хоть что-то. Тут, как говорится, дивер где был, там мы его и увидели. Тут нельзя увидеть его раньше, прежде чем он сформировался, и поэтому реальная цена вот сюда уходит. Так, далее. Как мы видим, эта дивергенция, в общем-то, разворачивает наш тренд. Дальше вот здесь мы касаемся верхней границы. В рамках данной модели начинается восходящий тренд, но восходящий тренд достаточно капризный. То есть получается, что мы вот здесь коснулись верхней границы и сразу пошли вниз. Опять-таки, анализируя поведение сделок по дневнику сделок, сейчас я скину ссылку на наш дневник сделок, на наше рабочее пространство. Там как раз формализованы все эти стратегии. Так, сейчас у меня тут немножечко что-то подтормаживает чат. Я надеюсь, что вы будете видеть те ссылки, которые я скидываю. Это что-то тормозит. Очень сложно мне тут что-либо вам скидывать. Так.
Да. Ну. Сейчас, коллеги, тут у меня подзависло чего-то. Так, ну вот, вот вроде сейчас скидываю ссылочку. По идее, она должна у вас быть видна. Нужно полностью ее скопировать, вставить в браузер. Ну, соответственно, будет вот такая картиночка у вас. То есть вы увидите сделки, увидите формализацию этих стратегий. Ну и, соответственно, можно ознакомиться с этими стратегиями, какие-то вопросы задать, если они появятся сейчас в чате, ну, либо на вкладке «Вопросы». Если вдруг вопросы возникают тогда, когда мы находимся не в онлайне. Так, это вот по поводу дневника сделок. Так вот, касаемо именно анализа дневника сделок, мы же можем анализировать поведение наших сделок внутри, вот от точки входа до точки выхода. Я каждый раз об этом говорю, те, кто постоянно на обзорах уже это знают, но те, кто новенькие на обзоре, вот тоже можно с этой концепцией познакомиться. То есть смысл в том, что мы изучаем поведение сделки и воспринимаем сделку, ну, своего рода как, там, условно говоря, человека. То есть сделка ведет себя каким-то образом, и она показывает нам свое поведение. Соответственно, если ее поведение неудовлетворительно, мы должны ее, и мы это распознали, и опять-таки по нашим критериям она неудовлетворительная, то мы ее должны либо закрыть, ну либо как-то осторожно себя с ней вести. Вот здесь именно такая ситуация. То есть не успела цена пробить верхнюю границу и начать восходящий тренд и пройти в нашу сторону всего-навсего 86 пипсов, это в пятизначке мы называем, и после этого сразу же цена пошла вниз. Причем пошла вниз настолько, что вот ушла как раз на величину примерно 420 пипсов, ну, минус 420, и после этого возвращается обратно. Вот представьте, как можно оценить, расценить, вернее, поведение этой сделки. Уже опять-таки, анализируя дневник сделок, мы будем знать, вот такие сделки, которые настолько ходили против нас, они вообще в принципе прибыльные в большинстве своем или убыточные, то есть они прибыль показывали исторически по нашему дневнику сделок или нет. Ну, соответственно, здесь какой вывод? Мы обычно такие сделки считаем плохими, в том плане, что она очень мало пошла в нашу сторону, вообще даже не закрылась ни разу и пошла сильно против нас. Видите, 76,4 вот здесь, то есть реально 80-90% ширины канала коррекции, она вернулась. Психологически трейдер просто избавляется от этой сделки, ну вот, когда вот она идет наверх, то есть в небольшом плюсе. Поэтому, да, возможно, она пойдет дальше в тренд, может быть, но психологически трейдер хочет уже уйти из этой сделки. В конце концов, всегда можно осуществить повторный вход, когда снова пробивается канал и снова начинается тренд, если, допустим, вам хочется войти. Поэтому евро-доллар достаточно неоднозначен, но благо, что цена возвращается все-таки в нашу сторону и идет туда, куда нам сейчас нужно, мы не теряем. Да, еще, кстати, коллеги, как всегда напоминаю про возможность получить скидку, если вы решили идти на вот мероприятие. Сейчас ссылочку в чат скину. Это я тоже повторял, буду пока повторять, об этом рассказывать до мероприятия. Если кто читал книгу «Черный лебедь», интересуется, так скажем, деятельностью. Так, сейчас. Интересуется деятельностью Насима Талеба. Ну, тоже, в принципе, тот, кто знает, тот в курсе, да, кто это. И если вы решили посетить данное мероприятие, то вот в чат сейчас кину ссылочку. Если вы... Это такой бонус от Эль-Пари. Если вы через нее будете оформлять заказ, то вы получаете скидку 10%. Билеты там, в общем-то, ну, так скажем, относительно недешевые. И я думаю, будет вам не лишним сэкономить, если и так решили идти. Так, сейчас я попробую все-таки ее скинуть. У меня опять тут в чате что-то подвисает. Так, ну раз предыдущая ссылка скинулась, значит, это должна, в принципе, сейчас скинуться. Ох, ребятки, ох, что тут у нас происходит, а вот это да. Такс.
Так, коллеги. Реально тут что-то глючит. Реально глючит, потому что у меня уже у самого чат не отображается. Так. Так, коллеги, вроде бы все пока что отобразилось. Слушайте, очень сегодня как-то все нестабильно. Вот сейчас скинул ссылочку вам на это мероприятие. Если кто пойдет, то вот, еще раз повторюсь, можете зарегистрироваться через ссылку. Бонус от Липари, 10% скидка на этот семинар. Так, а теперь продолжим про наши стратегии по фунту. Так, значит, фунт тоже у нас находится в боковике в рамках стратегии ленивец, причем делает это достаточно некрасиво, ну, в том плане некрасиво, что это расширяющаяся формация, то есть повышаются максимумы, понижаются минимумы. Получается, что мы с вами, видя такую картину, всегда понимаем, что пока расширяющаяся формация не закончится, в общем-то, нам делать на рынке нечего, поскольку просто срабатывают стопы. Но сейчас, благо, вроде перешли пока вот восходящий тренд, то есть минимумы начали повышаться, максимумы повышаются и формируется восходящее движение. При этом формируется оно не очень сильно, то есть у нас буквально уход от средней, видите, на пол фигуры, потом движение обратно. Может быть, через какое-то время появится все-таки коррекция. То есть у нас есть явно выраженный максимум вот здесь. А вот если здесь мы увидим тоже такой же максимум, цена пойдет вниз немного, индикатор MACD подтвердит своим поведением этот максимум, то, возможно, у нас появится вот такая коррекция. Ну или как она будет здесь выглядеть, мы увидим. Почему возможно? Потому что пока еще не подтверждает максимум цены, максимум нашего осциллятора. Поэтому мы не можем заходить в рынок и искать коррекцию. Далее фунт. Фунт повел себя достаточно интересно. В каком плане? Что он показал поведение сделки, которое мы воспринимаем как отрицательное, то есть он начинает нервировать трейдера, но после этого все-таки цена пошла в нашу сторону. Тут, как говорится, психологически никогда не нужно расстраиваться. Иногда бывает так, что трейдеры говорят: ну как же так, я вот не взял прибыль, не заработал. Ну, как говорится, ничего страшного, если не заработали, это не значит, что нужно прям сразу расстраиваться. Что я имею в виду? Вот здесь у нас цена пошла наверх, пробивает верхнюю границу, идет против нас 213, в нашу сторону 220, против нас снова 505, то есть увеличивает движение против нас, опять-таки достаточно прилично движется в нашу сторону, и трейдер делает вывод, что, ну, может сделать вывод, что поведение сделочки, в общем-то, ближе к плохому, чем к хорошему, то есть уже заставляет нервничать, и тогда будет шанс стремление психологическое закрыть эту сделку в нуле. Это, опять-таки, психология, тут, как говорится, у всех по-разному, но мы стараемся осветить разные подходы. То есть вот такой трейдер выйдет, тот трейдер, который не нервничает, которому абсолютно наплевать, что цена вот ходит против него на полфигуры, против точки входа, он может вполне, допустим, подержать эту позицию, и тогда он находится в тренде. Те, кто просто двигают стоп по нижней границе, в общем-то, в рынке до сих пор. То есть сейчас у них, у этих трейдеров есть прибыль порядка 450 пипсов, ну и, соответственно, тоже они думают, что с ней сделать. Тут у нас уже появляется дивергенция по тренду.
То есть имеется в виду на трендовом масштабе. То есть есть вот обновление максимума, тут у нас дивер, и, соответственно, в любом случае трейдер уже будет стремиться выйти. Сигнал появляется вот на этой свечке, соответственно, либо здесь, либо там чуть позже, ну хоть даже вот сейчас, сейчас даже цены чуть более выгодные, трейдер будет закрываться. Но это те, кто, естественно, дивергенцию воспринимает как сигнал. Если кто-то не воспринимает как сигнал дивергенцию, то может оставить трейдер позицию и дальше дать ей развиваться. Ну вот, достаточно неоднозначная сделка, поскольку в зависимости от психологии будут совершенно разные действия осуществлять трейдеры. Рынок и против нас сильно ходил, и в нашу сторону, и расширяющуюся формацию внутри показывал, и дивергенцию нарисовал. То есть нечасто за такой достаточно короткий промежуток времени мы видим такое развитие событий, достаточно обильное. Далее, доллар-иена. Доллар-иена пошла в тренд, в общем-то, что радует, потому что какое-то время она тоже блуждала вокруг средней. Сейчас пошла в тренд. Пошла в тренд достаточно резво. И посмотрим, каким образом формировалось у нас движение. Вот, обновились, ну как не обновились, появился первый максимум, вернулся к средней, снова максимум, потом началось повышение максимумов, и, в общем-то, видите, коррекционного движения пока нет. То есть просто резкий всплеск наверх и коррекции по MACD подтвержденной у нас нету. Возможно, появится чуть позже. Ну и скорее всего появится. То есть вот цена сейчас прошла таким образом, что MACD пересекает нулевую линию. Соответственно, здесь вот возможно движение наше, которое вот такую коррекцию сформирует. Будем ждать, смотреть. Как говорится, если коррекции нет, нас спасает всегда наша вторая торговая стратегия. Черепаха, которая в этом плане как раз берет резкие движения. Но, опять-таки, тут ситуация неоднозначна. Мы вчера, помните, с вами начинали обсуждать эту картину, и тоже обратите внимание, вот пошел восходящий тренд, цена пробивает верхнюю границу и тут же идет вниз, тут же откатывает. Это, в принципе, сигнал для нас плохой, потому что мы будем видеть после входа движение вниз на 758 пипсов. Огромнейшее движение. Естественно, такое движение воспринимается как плохое поведение сделки. Волатильность наша вот такая. Мы, опять-таки, на 80% ушли против. Не коснулись нижней границы канала, следовательно, стоп-лосс наш не сработал в данном случае. И дальше цена идет наверх-наверх. И вот здесь как раз на этом движении она обновляет этот максимум. То есть получается, что только тот трейдер сейчас получает прибыль вот по этой сделке, порядка полфигуры, который абсолютно не нервничает при движении цены против него на 758 пипсов. Если трейдер нервничает, то, конечно, это движение будет, это поведение сделки будет говорить ему, что сделочка, в общем-то, показывает себя как плохая, что не факт, что она будет развивать тренд, и опять-таки психологически трейдер будет стремиться из нее выходить. Если кто, у кого психология такая, что ну да, была сделка с плохим поведением, пошла против нас, но потом все-таки пошла в нашу сторону, и, так скажем, человек понимает, что трейдер понимает, что она как бы исправилась, что она, ну, условно говоря, исправилась, да, она ходила против нас, потом пошла в нашу сторону, то, соответственно, трейдер воспринимает это как движение уже по тренду и может оставить эту сделку. Ну, опять-таки, там, подтянув стоп-лоссы, естественно, мы их двигаем по нижней границе канала, и, например, вот здесь убыток в случае срабатывания стоп-лосса будет меньше. Если изначально это огромный стоп-лосс 759 пипсов, то потом он уже 685, сейчас он уже там 491. Но все равно это большие значения. Но в любом случае, если трейдер сейчас в этой сделке остается, движение 800 пипсов в нашу сторону, естественно, мы не можем это превратить в убыток, поэтому мы будем переставлять стоп в безубыток, уже переставили. Поэтому, видите, тоже сделка неоднозначная. Сделка пошла в тренд, но пошла очень, ну так скажем, что ли, криво, можно сказать. Она реализовала трендовое движение, но реализовала уже после того, как показала движение против тренда. И, естественно, не каждый человек готов это все высиживать и смотреть на минус по счету, потому что психологически это тяжело. Далее, канадский доллар. Канадец
повел себя, ну, достаточно специфическим образом. Он сформировал вот здесь нисходящее движение, помните, достаточно хорошее тоже. Потом восходящее, и сейчас снова обвалился вниз. То есть он уже начинает рисовать нам гигантский размашистый боковик в рамках там уже 4-часового дневного тренда. Но мы смотрим часовой тренд, поэтому нам нужно понять, что происходит внутри. Внутри у нас сейчас в моменте тренд переходит на нисходящую составляющую, то есть было восходящее движение, но резким образом совершенно поменялось. Но, естественно, мы уже с вами знаем, что в рамках развития таких движений мы вряд ли войдем в рынок, потому что просто цена пошла вниз резко колом, и вот здесь минимумы 1, 2, 3, 4 понижаются, нету у нас шанса на то, чтобы здесь зайти, потому что коррекции нет. Коррекция только сейчас, возможно, будет, но и то она таково движение, что, ну да, вот формально, вот чисто формально, вот здесь у нас, видите, MACD ушла ниже нуля, то есть чисто формально здесь можно сказать о том, что мы вот такую коррекцию можем себе отметить. Опять-таки, не каждый трейдер это сделает, просто в силу вот этих вот малюсеньких таких уходов ниже нуля. То есть это по нашей модели такие признаки коррекции. Ну вот так хотя бы можно, да, еще отметить. Но опять-таки вот подтверждение такое очень слабенькое. Поэтому выжидаем. Ну и далее торговая стратегия черепаха. Здесь у нас тоже все, в общем-то, было достаточно уже понятно. Движение в нашу сторону. Вот здесь мы видели диверы. Давайте мы их тоже отметим. Вот у нас движение вверх. Вот раз, два. Ну и потом, если это как дивергенцию трейдер не считал, то уже вот дальше идет движение вниз. То есть тоже чуть-чуть обновляется максимум. Ну, в принципе, это примерно один и тот же уровень этих хаев. И после этого цена разворачивается. То есть если мы фиксировались вот здесь, либо вот здесь, в общем-то, это было уже в любом случае адекватно. Это имеется в виду вот эта сделка, которая началась вот здесь. Далее. Пробиваем нижнюю границу вот тут, рисуем четкий нисходящий тренд величиной 1425 пипсов, ну, пока. И сейчас пока вот идет откат. Мы видим хороший тренд, который не ходил против нас вообще, плюс еще показывал там полторы фигуры прибыли. Вполне возможно, что кто-то просто в абсолюте фиксировал там пипсов там 1000, 1200, 1100, либо на вот движение вниз, может быть, на откате. Ну, то есть здесь и так настолько резкое движение, что у трейдера будет огромный соблазн просто прикрыться в рамках данной сделочки. Но если этого не произошло, то, конечно, ждем дивер. Дивер ждем трендовый, ждем дивер на 15 минутках. Если это все будет происходить, то мы, соответственно, сможем заходить в рынок. Так, ну что ж. В смысле, выходить из рынка, конечно же. Так, ну что ж, сейчас мы с этим закончили. Плюс еще тогда я сделаю одно рабочее пространство. Это будет у нас третья стратегия. Ну, как стратегия, сейчас мы поизучаем, посмотрим. Так, и здесь я тоже добавлю уже место для индикаторов. Ну, и здесь, в общем-то, все подрегулирую. Сделаем так, чтобы у нас было место для исследований. Попробуем опираться на потенциальные точки разворота в рамках наших аналитических обзоров. Ну, то есть хочется добавить какие-то новые концепты, поизучать, посмотреть, насколько вам это понравится. Если, так сказать, будет отклик, то будем в этом ключе продолжать эту стратегию разбирать на обзорах. Так, ну что ж, пока разобрались, про Насима Талеба сказал, ссылочка в чате, заходите, если будете посещать это мероприятие, то почему бы не посетить его со скидкой. Так, все,
все валюты разобрали, в принципе, ситуация понятна. То есть тренды есть, они такие достаточно, ну, относительно спокойные, но благо, что есть. Что ж, коллеги, есть вопросы, задавайте, как говорится, во вкладку «Вопросы», либо в онлайне, ну и давайте, так сказать, разбирать все эти непонятные моменты, которые есть, если они есть. До завтра, также увидимся в 10:30, с вами был Дмитрий Слепцов, пока.